Экоакцию по очистке монумента покорителям Целины провели в Кустанае представители молодежного крыла Жастаруха при партии Аманат. Памятник был открыт в октябре 1984 года и стал одной из главных достопримечательностей города. На его сооружение было израсходовано около 300 тонн бронзы. Вовнутрь заложена капсула времени, которую планируется вскрыть в 2054 году. Памятник находится под охраной государства и ЮНЕСКО. Но в последнее время площадь первоцелинников и сам монумент облюбовали подростки, которые оставляют здесь надписи и рисунки. Активисты молодежного крыла, волонтеры и блогеры стирали и закрашивали эти следы вандализма. Я думаю, что очень важно сохранять наше природное достояние, ведь это наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Присоединяйтесь к нам, скажем вместе «нет вандализму».